Всем привет, меня зовут Юлия, я партнер компании Skinny Body Key. В этом ролике я хочу вам показать, как покупать аккаунты для нашей соцсети Одноклассники. Ссылка на аккаунты у меня находится в отдельной папочке. Так, важные ссылки. Ссылку я всегда кидаю в чат. Если у кого-то нет, то напишите мне, я обязательно вам ее скину. Так. Интернет начал грузиться. Так вот, готовы Одноклассники у меня. Вот, я копирую эту ссылочку. Вставляю в любой браузер. Ну, пусть будет Яндекс браузер. Так, вот тут интернет у меня висит. Подождем немножко. Давайте попробуем другой раз. Так, что-то не скопируем, что? А, что-то вообще. Так, вот. Копировать. Вставить. Вставляем ссылку. Быстрее сохранится. Так, вот нам предоставляется страничка, где мы можем покупать аккаунт для Одноклассников. Здесь есть подтвержденный по смс аккаунт Одноклассников. Аккаунты социальной сети Одноклассники полностью пустые. Я лично покупаюсь на полностью пустые аккаунты. Они дешевле, они и лучше для работы. Советую вам покупать не меньше 10 аккаунтов. Есть здесь 20, если хотите. Во-первых, смотрите, какая экономия. 10 рублей. 20 аккаунтов, 25 рублей экономия у вас. Все равно это как-то, ну, это нормально. Вот, например, я покупаю 10 аккаунтов. Нажимаю купить. Оплачиваем мы через Киви кошелек. У вас должен быть обязательно. Вы должны зарегистрироваться в кабинете Киви кошелек. Пополнить его, чтобы было там не меньше 110 рублей, если вы покупаете 10 аккаунтов. Ну и, в общем, потом уже садитесь за компьютер и покупаете свои аккаунты. Уже после того, как у вас на Киви будут лежать деньги для оплаты. Чтобы вам потом не бегать, не ходить, не нигде к терминалу не бежать быстро-быстро. Вот сейчас нету аккаунтов, видите, ноль.
Но когда аккаунты есть, давайте посмотрим там, не знаю. Аккаунты есть здесь, да. Пишут, что здесь выбирайте Kiwi кошелек, там должен быть выбор. И далее. Так, сейчас я посмотрю, может где-то есть аккаунты, чтобы вам показать наглядно. Потом вы нажимаете оплатить и все. В принципе, заходите в свой. Заходите сначала по e-mail, вам приходит то, что у вас толку. Не заходите по e-mail, а заходите в свой Kiwi кошелек. Например, вот у меня Kiwi Wallet. Kiwi кошелек. И там есть такая строчка оплатить. Сейчас посмотрим. Вот, я захожу в свой Kiwi кошелек. Войти в мой кошелек. Вот здесь вы набираете свой номер телефона, который зарегистрировали на Kiwi кошелек, и свой пароль. Если забываете пароль, нажимаете «Забыли пароль», и вам он приходит потом на e-mail. Потом вот здесь вы нажимаете «Войти». Вот мой Kiwi кошелек, моя личная страничка. Вот у меня мой баланс 116 тенге. Но я живу в Казахстане, поэтому у меня тенге. Вот мой номер. И здесь вот есть такая функция «Оплатить». Нажимаете на нее. Счета. Вот счета. Вот у меня, видите, оплаченные. Вот у меня вот такая галочка стоит. Это оплаченные. Я тоже платила за аккаунтов в Одноклассниках. Вот видите, аккаунт, номер на сумму такую-то Kiwi кошелек. 112 рублей 12 копеек. Вот. Когда вам приходят уже аккаунты. Сейчас закроется. Моего адреса или нет. Я вам покажу, как открыть аккаунты и как их нужно вообще вставлять и так далее. Либо покажу свои сохраненные аккаунты, которые мне уже пришли. Я буду надеяться, что все загрузится. Давайте я лучше вам покажу. Сейчас открою страничку, где нет у меня аккаунта. Так, вот. Сейчас аккаунты новые вот у меня. Еще которые только покупала. Здесь использование. Так, вот, например. Вот первое, видите, до двоеточия, это логин. Копируем его. Так.
Скорость среди есть что-то вообще. В общем, вот этот вот логин, который вот видите, до двоеточия, я его скопировала и вставляю вот сюда. И пароль. Следующий до двоеточия. Вот пароль. А это уже номер телефона. Там аккаунт просто так заблокирован. Бывает, что они заблокировали просто как... Когда у вас страничка не рабочая, еще ничего там нет, вы просто там пригласили людей, например, и вас просто забанили. Вот, бывает и такое, поэтому будьте осторожны с такими вот чудесами. Вот, видите, здесь открывается абсолютно новая страничка вообще с другим именем, с другими данными совсем. Прям вот как вы меняете эту страничку. Нажимаете еще, меняете под себя. Здесь ни друзей, никого нет. Просто пустая созданная страница. Просто с номером и все. Так, например, я Юлия Дмитриевна. Что я Юлия Дмитриевна? Бывает. Так, у меня день рождения 20 июня 90 года. Женский, Казахстан, Россия. Также здесь Казахстан, Россия. Потом я собираю друзей на своей страничке, ставлю фотки, свои фотографии, обязательно свои фотографии. В принципе, я вам не буду тактику работы, да, на Одноклассниках рассказывать. Тактику вы найдете у меня на YouTube-канале, либо попросите ссылочку, и вам я ее скину. Ну все, в принципе, если что непонятно, пишите. Всем спасибо, пока.